О разработке концепции, определяющей вектор дальнейшего развития рыбопромышленного комплекса, говорили сегодня в Москве на заседании рабочей группы Госсовета по вопросу развития рыбохозяйственного комплекса. В нем приняла участие и губернатор Мурманской области. Марина Ковтун представила на рассмотрение комиссии предложения, выработанные на совещании главы региона с рыбопромышленниками накануне поездки в Москву. В их числе инициативы по наделению приморских субъектов полномочиями по регулированию прибрежного рыболовства. В заседании также приняли участие министр сельского хозяйства Александр Ткачев, его зам, глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, руководство Ставропольского и Камчатского края, Курганской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, представители научно-исследовательских институтов и экспертного сообщества.